Всем добрый день! Если у вас такая же проблема, как и у меня, на этом канале нет контента, то я сейчас вам покажу, как легко и просто ее решить. Итак, нажимаем на эту стрелочку «Добавить видео». Далее нажимаем на эти три параллельных полоски. Открывается вот такой раздел. Нажимаем «Мой канал». Далее «Изменить вид страницы. Обзор». Опускаемся вниз и нажимаем «Добавить раздел». Здесь выберите «Контент». Выберем, можете все что угодно выбрать. Выберем «Популярные видео». И здесь в ряд по горизонтали или вертикальный список. Нажимаем «Готово» и проверяем. Мой канал. Пожалуйста, все получилось. Видео. Вот все мои видео. Переходим на главную страницу. И вот, пожалуйста, у нас есть, появились все мои видео. Если кому-то не понравилось, что я не снимаю с помощью программы Pandicam, прошу прощения, потому что эта программа мне не нужна. Я не так часто снимаю видео с компьютера. Всего вам доброго. Если я кому-то помогла, подпишитесь на мой канал. До свидания.